Без сомнений. Без сомнений совершал. Ну, конечно, у меня были, как у всех людей. Не может быть, чтобы их не было. Сложно. Ну, наверное, есть, да, вещи, которые я бы предпочла не делать. Я более чем уверен, что да. Много раз. Да, конечно. Думаю, как и все. Конечно. Возможно, да, но это скорее в таких мелких прикладных вопросах. Мечтаю. Я бы согласился. Наверное, нет. Я думаю, что это тот опыт, который мне необходим был в жизни, чтобы в будущем поступить иначе и стать лучше, чем был до этого. Лучше ничего не менять. Но, наверное, я думаю, что если глубоко задаться этой мыслью, то пару вещей, конечно, я бы поменял. У меня не висит какой-то ошибки роковой, которую я продумываю и хочу вернуться назад. Да, если была такая возможность, то, наверное, да. Как сказать? Есть вещи, которые раньше казались не очень важными, а сейчас кажутся более важными. К сожалению, да. Не с опытом, а с конечным результатом. Понятно, что сделал не то. Ну, то есть с возрастом мы мудреем, взрослеем, меняются взгляды на жизнь. И приходит осознание, что да, вот действительно поступил не так, как следовало и подсказывало сердце. С высоты, конечно, смотрится более четко, фокус наводится. То есть ты понимаешь, что да, допустим, это была ошибка. Конечно, конечно. Тогда мне казалось, что я поступаю правильно. Может быть, чуть позже, когда я стану мудрее? Все умные с одним умом. Я думаю, что мы можем делать свое будущее. Можно не дать случиться, не дать повториться событиям прошлого. Ну, жизнь не прожита. Увы. Нет. Нет. Очень хороший вопрос. В одно слово ответ – да. Но надо разделить между действием и человеком. Когда человек сделал ошибку, что, может быть, по времени уже не идти назад, или он сделал определенное действие, что уже поменяет это действие не его в силе. Может быть, даже какое-то наказание будет на его действие. Но он может раскаяться, и Всевышний принимает его раскаяние. Вот так.